Вот трихограммка, пойманная на яблоне. Если обыкновенная, то есть эванесенс, она темная, то видите, это такая рыжая. И вот тут подложили яйца свежие сегодня. А вот сколько проб, те, что мы сняли с яблони. Это все удачные пробы. Но есть также у нас и темная трихограмма на яблоне. Не знаю, что это. Тут, видите, карточки подложены. Будем смотреть. Темные ветки яблони были очень низко к земле. Возможно, там другой вид какой-то забежал. Посмотрим. А вот на яблоне массово вот такой вид. Скорее всего, это будет дендролими. Так что видите. Вот такой у нас урожай. Видите? Все пойдет на определение, а потом массовое производство. Вот так вот.